Уснул за рулем и попал в ДТП. Накануне ночью на трассе Сургут-Когалым произошла авария. По предварительной информации, водитель иномарки уснул за рулем и не справился с управлением. Автомобиль перевернулся на крышу. В результате аварии мужчина и пассажир получили травмы. Также в машине ехал годовалый ребенок. Он не пострадал благодаря тому, что находился в автолюльке.